Друзья, примерно вот такой, как этот маленький домик. И есть домики за 1 франк, которые продаются в Швейцарии. Вот так их ремонтируют. Здесь прямо можно разглядеть, как это все сделано. И потом сдают. Вот это внутри домика. Посмотрите, какая красота. Все беленькое, чистенькое, новенькое, все деревом пахнет. Посмотрите, как все организовано. Такие кроватки мягкие сделаны. Вот так они находятся, расположены в горах. Вот такая красота там. Вот такая долина. Невероятно. Вот они стоят прямо в рядочек все. Ну и посмотрим цены, которые сейчас. Как видите, цена гораздо выше, чем было даже в прошлом году. И даже 2 года назад была цена немножко ниже. Вот такие совсем маленькие домики приносят такие хорошие денежки. Но почему же это не сделать?